Как для охотника фазан, для рыбака главной добычей является таймень. Сегодня мы на реке Северная, будем пробовать рыбачить тайменя. Ну и хариуса, конечно. Давайте посмотрим, что из этого у нас получится. Еще, ребята, не вечер. Вот он. Есть крючок. Ох, кабанчик какой, смотри. Ух ты. Ничего себе, вот это красавец. Песок в глаза попал. Сейчас промою. Покажу. Смотрите. Вот это вот красавец. Ай! Ладно. Всё, домик. Моем руки. Закидываем снова. Ловлю я все так же на мушку. Сегодня взял большой комплект мушек, попозже буду пробовать менять, посмотрим, может быть, цвет мушек что-то даст. Вода уже упала сильно, ручьи обмелели, хариуса меньше стало гораздо, причем за неделю вода упала метра на 4. На той неделе на этом ручье вообще прям клевало, только закидывай. Долго не было поклевок. Вот, у меня мушка там оборвалась. Ну, короче, экспериментировал, менял. Вот, сейчас поставил черную, закинул только, и поклевка. Такой вот красавец. Клюнул. Сейчас форсируем реку. Такой ручеек у нас тут нехилый, да? Посмотрим. От мухи это было или нет? Наверное, не муха была причина. Все-таки мало рыбы. Есть. Ах, смотрите, сошел хороший какой. Причем поклевка. Даже не это. Не было. Его сейчас.
ребята. В отпуск поеду, куплю микрофон с ветрозащитой, потому что постоянно ветра, в камере только ветер и слышно. Крюзок. Сегодня хороший харюс, весь крупный. Вот. Сейчас рыбачу опять на глаз. Что-то все перепробовал. На мушке сегодня все цвета менял, плохо. Ну, на червя так более-менее. На глаз вот вроде получше. Ну да хоть что-то. Это вот на одном ручье. А так мы вот эти двое выходных с одного ручья можно было и 10, и 20, в принципе, поймать. Вот. Сейчас, конечно, все это скислось. Ничего, нормально. Вот так.
Итак, друзья, мерику открывать не будем. Сегодня готовим филешку харюза и просто пожарим. Свежие. Час назад еще плавали. Решил я, короче, в лавашек рыбу завернуть. Сделать такую импровизированную шаурму. Такого, наверное, нигде не видели, да? Вот. Зелени у меня только лук дикорос. Ну и все, и сейчас будем это дело все крутить, вертеть. Так, так, так. Опыта у меня по шаурме никакого. Наверное, надо было поплотнее спрессовать. Ну, в целом у меня получился вот такой вот батон. Два жареных хариуза, лаваш и лучок. Вот такой вот обед, друзья. На реке Северная. Мы, кстати, в Увинки сидим. На той стороне Красноярский край, Туруханский район. А на этой стороне Ивенкия, Туринский район. Это река Северная. А это моя шаурма. И чаек на травах. И катер на подушке. Подобрать блесну на этой речке очень сложно. Тут течение ураганнейшее просто. Вот. С воблерами тут проблема. Я, в принципе, использовал здесь все время колебалки. Вот. Сейчас я делал такую какую-то китайскую штуку. Ну, в принципе, вот на такие яркие они рыбачат. Поставил я нормальные кольца сюда и тройник хороший. Вот. То есть поменял, родное все убрал по последнему опыту. Таменя тут немного выше его, как бы, в достатке. Но туда на моторной лодке подняться, если только на водомете. Вот. Серьезный порог тут косой. Сейчас вода уже упала сильно. Много шивер, перекаты. Ну, короче, туда мы не заедем никак. Будем рыбачить здесь, у устья. В принципе, место тут неплохое. Таймень есть. Немного, но есть. Много людей приезжает, поэтому в достатке его тут нету. Постоянно выбивают его тут. Вот, кто-то потому что забирает все-таки. Кто-то тут готовит на месте его, как бы. У меня лицензии на таймени нету, поэтому я его отпускаю. Если он попадется, конечно. Поймать его достаточно сложное занятие. Будем пробовать облавливать то место, где возможно подойти
Спиннинг я сегодня, друзья, использую Shimano Katana 2.10. Так, тест у него 3,15 грамм. Такая палка какая-то, тоже, по-моему, китайская. Вот, длинная. Слишком тут тяжело работать. Да и смысла дальнего заброса тут нету. Блесну просто унесет. Катушка у меня Дайва Легасис 4000. Есть у меня такая же еще 3000. Сейчас она в ремонте. Вот, сейчас маленько починю. Просто заедает мошка. Просто. Ее на камеру-то, наверное, видно не будет. Но мошки просто тьма. Сперва что-то пауты не давали покоя, сейчас мошка. Далеко не забрасываю. Вообще никакого смысла нету. Блесну унесет в неведомые дали. Кидаю по правую руку от себя. Вон откуда вывожу. Красиво тут, конечно, великолепно. Природа просто классная. Но сколько тут всяких комаров, паутов, мошки, тьма тьмущая. Просто вообще ее тут кишит. Кариусы сейчас попадаются забиты битком, мошкой. Поэтому и клюет он плохо, конечно. Он уже все, объелся. Полторы недели назад комара почти не было даже. Там не то, что мошки или паутов. А сейчас этого добра в достатке. Пробую, меняю блесна. Все. Поклевок нет. Пока что. Будем пробовать. Русские не сдаются. Вот это потяжелее маленько блесна. Может получше. Ближе ко дну будет идти. Выехали на Тунгуску. Тут перекатик такой небольшой. С северной, с речки. Пробуем. Продолжаем пробовать. Виды тут такие, конечно. Речка, плато, снег. Вообще огонь. Я вот облавливаю тут пятачок. Тут бы надо якориться, там вон дальше шевера. Метров 100, наверное, от берега. Там бы обловить. Хорошее место.
Ну, наш фазан сегодня остался в речке. Друзья, спасибо за просмотр. Хочется поблагодарить тех, кто подписался на канал. Оставайтесь на канале, нажимайте колокольчик и пальцы вверх.